В Чебоксарах состоялось первое заседание общественного совета. Идея его создания появилась несколько месяцев назад. В составе общественного совета 15 человек, представители общественной палаты Чуваши и других объединений, активные горожане. Основной вопрос повестки дня – выборы руководящего состава совета. Прошу членов общественного совета, исключительно членов общественного совета, проголосовать. Кто за? Единогласно. Председателем стал Николай Гаврилов, герой России, почетный гражданин Чувашии и Чебоксар. Я приложу все свои знания, умения, навыки для того, чтобы наша работа была полезной, была конструктивной, чтобы и власть нас любила, и народ нас уважал. Это зависит от всех нас. Заместителем выбрали Николая Голубцова, председателя Президиума общества в защиту прав потребителей. Перед молодой организацией уже стоит ряд задач. К примеру, необходимо сформировать рабочие группы по различным направлениям. Членами общественного совета будут сформированы ряд ключевых вопросов, проблемных, которые они видят в работе муниципальных служб, основываясь на мнениях жителей города. Общественный совет города Чебоксары – это еще одна возможность жителей города донести свое мнение и постараться, чтобы это мнение было учтено для того, чтобы наш город с вами был более благоустроен, более комфортен для проживания. Прозрачность и открытость работы органов местного самоуправления – одна из целей создания общественных советов. Они работают во всех муниципальных образованиях республики. Нам очень хочется, чтобы общественный совет был тот орган, который в хорошем смысле слова подсказывал, предлагал разного рода идеи. И самое главное, когда бывают разного рода спорные вопросы, общественный совет выскажет свою позицию, все должны понимать, что это выверенное, правильное, грамотное там, управленческое решение. Татьяна Леонтьева, Алена Алексеева, Валерий Резюков, Республика.